Меня зовут Брюс Уэйн, но мир помнит меня под другим именем. Бэтмен. Человек летучая мышь. Летучая мышь. Символ русской военной разведки. Но я разведывателем батальоне. Не поэтому. На мир снова навалилась тьма. Мне пришлось вернуться. Теперь я воюю на стороне русских. Потому что с ними правда. А кто прав, тот и сильнее. Да, я уже не так молод.